14 номинаций и 85 победительниц. В регионе подвели итоги акции «Женщина года» и наградили самых успешных представительниц прекрасного пола. Среди них общественные деятели, специалисты, здравоохранение, образование, социальные работники, ученые. Для того, чтобы попасть в финал, необходимо было пройти отбор сначала в своей организации, затем в муниципалитете. В этом году по инициативе Регионального союза женщин и при поддержке областного правительства акция проводится уже в 17-й раз. Глава региона поздравил всех дам с наступающим праздником и вручил дипломы и ценные подарки лауреатам. Должно быть больше человечности, внимания друг к другу, взаимопонимание, взаимоподдержка, помощь в каких-то конкретных вещах. Где-то мы эти качества частично или чуть-чуть подрастеряли, и поддерживая это, поддерживая людей, делающих свое дело именно исходя из этих принципов, исключительно важно.